Замечательная Лариса Голубкина стала кумиром для многих зрителей после блестяще сыгранных ролей в советских картинах. «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», «Освобождение» и «Трое в лодке, не считая собаки». Она, безусловно, одарена большим актерским талантом и притягивающей красотой. Это доказывает тот факт, что почти все фильмы с ее участием стали шедеврами, которые по сей день, раз за разом пересматриваются зрителями. В статье мы расскажем о закадровой жизни Ларисы Голубкина. Приятного чтения, дорогие друзья! Наша героиня росла в Москве, в семье швеи и военного офицера. В детские годы она обожала петь, причем не какие-то детские песенки, а романсы. Каждый раз, когда к родителям приходили друзья, девочка вставала на табуретку и встречала гостей своим прекрасным пением. Лариса то и дело повторяла родным: «Когда я вырасту, стану певицей», но мама с папой лишь смеялись, не воспринимая ее слова всерьез. Окончив школу, наша героиня заявила родителям, что будет поступать в музыкально-педагогическое училище, на что военный отец ответил громким ударом ладонью по столу и криком: «Забудь!». Мужчина считал, что артистками становятся только легкомысленные девушки. Лариса Голубкина втайне от отца все-таки поступила в музыкально-педагогическое училище, но очень скоро правда всплыла наружу, и отец заставил ее забрать документы. По его настоянию девушка начала посещать подготовительные курсы в биологическом университете, однако, надолго ее не хватило, она восстановилась в любимом училище, и в пух и прах разругалась с отцом, обвинив его в том, что он рушит ей жизнь. Ссора с родителем сильно повлияла на Ларису. Она поставила перед собой цель – прославиться на всю страну, чтобы отец осознал, насколько он был неправ. После получения диплома в музыкальном педагогическом училище, Лариса Голубкина продолжила обучение в столичном театральном вузе, поступив на факультет музыкальной комедии. Она стала звездой советского кинематографа уже на первом курсе института. В этом ей помогла главная роль в студенческом спектакле «Давным-давно». За постановкой наблюдал прославленный режиссер Ильдар Рязанов, который, вдохновившись просмотром спектакля, начал работать над своей кинокартиной «Гусарская баллада», а роль главной героини, Шурочки Азаровой, он отдал Ларисе Голубкина. Как-то режиссер признавался, что, если бы актриса отказалась от роли, он бы не взялся за съемки, ведь в образе Шурочки он мог представить только ее. Во время съемок «Гусарской баллады» Эльдару Рязанову стало понятно, что Лариса Голубкина может сыграть кого угодно, хоть мужчину, хоть старушку, да хоть школьницу начальных классов. Он рекомендовал актрису другим мэтрам режиссуры, и благодаря этому она попадала в фильмы даже без проб. Вскоре после дебюта Голубкина сыграла роль в новом фильме Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу», чем и закрепила свой всесоюзный успех. Еще она частенько давала музыкальные концерты и исполняла песни для фильмов. Самыми известными песнями в исполнении Ларисы Голубкина стали «Звать любовь не надо», «Песенка Евы», «Мы только знакомые», «Он и она, и я так любила вас». Стоит упомянуть, что после выхода «Гусарской баллады» с актрисой связался ее отец, который сказал, что очень ею гордится, и искренне извинился за все ссоры и свои запреты. На пике славы Лариса Голубкина начала жить в гражданском браке с именитым сценаристом Николаем Щербинским. Пара, бывало, ругалась из-за бытовых проблем, но в остальном у них все было хорошо. Их совместная жизнь длилась 4 года, а потом актриса радостно заявила своему любимому, что в их семье через 9 месяцев будет пополнение. Реакция Щербинского была неожиданной. Он собрал все свои вещи в чемодан и ушел, сказав напоследок, что дети ему не нужны. Когда у Ларсы Голубкина родилась дочка Маша, она пыталась вернуть бывшего гражданского мужа в семью, боялась не справиться с воспитанием девочки в одиночку, но Щербинский либо игнорировал ее, либо злостно кричал: «Это не моя дочь». Спустя несколько лет Лариса Голубкина начала тесно общаться с величайшим артистом Андреем Мироновым, который к тому времени был женат на актрисе Екатерине Градовой, да еще и воспитывал маленькую дочку Машу. Все чаще Миронов появлялся в доме нашей героини. Он заботился о дочери актрисы, будто бы был ей родным отцом. Вскоре мэтр признался Голубкина, что по уши в нее влюбился, а она ответила ему взаимностью. Ради оформления брака с нашей героиней, Миронову пришлось развестись со своей женой. Такой поступок, конечно, нельзя назвать мужским, но, как он сам говорил, любовь – это сильнейшее чувство, с которым очень тяжело совладать. Артист удочерил дочку Голубиной. Он отказывался от ролей и выступлений, чтобы заниматься ее воспитанием. Да и о своей родной дочери он не забывал, старался ежедневно видеться, покупал игрушки, а когда она подросла, помогал финансово. Увы, Лариса Ивановна оказалась не самой лучшей мамой.
Выбирая между карьерой и воспитанием дочки, она выбирала карьеру. Маленькая Маша терпеливо ждала, когда мама, наконец, вернется домой и крепко ее обнимет, но в итоге вместо объятий получала беспричинное наказание. В интервью дочка актрисы говорила: «Миронов был мне приемным отцом, но он хотя бы вел себя как настоящий родитель. Родной маме было наплевать, где я, с кем я и что делаю. Во мне с детства живет обида на нее. Не знаю, что ей нужно сделать, чтобы я ее простила». Однако сейчас мама и дочка живут вместе, в довольно дружной атмосфере. Они сплотились после того, как Мария развелась со своим мужем, и только мама поддержала ее в этот тяжелый момент. Никаких обид в их семье, к счастью, не осталось. Более того, дочка актрисы сказала, что мама стала для нее главной подружкой, которой она полностью доверяет. Если кто-то не знает, Мария тоже прославилась за счет ролей в фильмах и спектаклях. Ее можно увидеть, например, в фильмах «Ребро Адама», «Свадьба» и «Есенин». А вот сама Лариса Ивановна давно перестала играть в кино, но зато она все еще выступает в театрах, несмотря на то, что ей уже 81 год. Желаем Ларисе Ивановне творческих успехов и крепкого здоровья, и от всего сердца благодарим за роли, которые мы, зрители, никогда не забудем.